Hey, всем привет, друзья, меня зовут Роман, это канал Real Grizzly, и я тебя поздравляю, ты дожил до этой серии. Если ты еще не смотрел предыдущие серии, то посмотри. Опа! Подожди, так не будем делать. Сейчас я кое-что проверю. Так, ну что ж, сегодня мы продолжаем нашу игру, нашу черную книгу, так называемую. Black Book. Как бы я сказал, но не буду говорить, правильно? Что по настроечкам? Короче, музыку не буду, наверное, трогать. Она вроде нормально. Вроде нормально, короче, продолжаем. Все. Со своей музыкой пристал вообще, не надо. Нормальная музыка, что ты, блин, что тебе эта музыка, не понимаю. Так, только не говори, что сначала. Пожалуйста, нет. Но. Глава первая, как в бане подменяют. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Подожди, мы не отсюда ли начинали? А, подожди, я что-то забыл. Вот когда много игр сразу одновременно играешь, такая херня начинается. Молодец, Вася. Кто я? Не сомневался я, что я молодец, да, спасибо. Когда начинаешь много игр играть одновременно, начинаешь путаться, кто, где, кого. Если что, это трещит не у меня микрофон. Это в игре трещит, я тоже это слышу. Так что не надо тут на мой микрофон наговаривать. Я знаю, что ты хотел сейчас подумать. Я знаю. С чертом? С каким? А, я понял, да, с чертом. С поганым. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Это его как, то есть туда вставляешь его? Или как ты это предлагаешь, старый? Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Если печать первобесом, осиновая, может быть, осиной открывается, я хуй знает. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. Значит, ты осина. А второй как быть? А вторая тополь. Не осину же трогать. А тебя? Ах ты старый маньяк, думаю, педофил. Нам нечисть нужна. Хей! Как там? Хоп! Хей! Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. Осиновая нечисть? Это в смысле? А где? Ты как? Пока не знаю. Надо мне внедрить. Ты что, блин, спецагент, что ли? Куда там внедряться собрался, старый? Ты что, блин? Погоди, что-то я не понимаю. Оп. Оп-оп. А, теперь понимаю, вот теперь я вижу, вот теперь я понимаю, так. Подожди, что у нас с яркостью? А, во, вот так нормально. Во, заебись, яркость подъехала. Пока обычной нечистью займись, а я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Да, в принципе, могу и сама найти, чтоб там, говорится. Чтобы мы не нашли, правильно? Чтобы я что-то не нашел, какую-то задачу, решение задачи, чтобы я не нашел. Не может быть. Нет, не может быть. Остальные печати. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай, нечисть. Может, случай... Стой, я нечисть? Ты чё, блядь? Алё, старый, ты чё, вообще попутал там? Я Ван Хельсинг, твою мать. Ты меня нечистью называешь? Нет, в принципе, нечисть — это хорошее, как бы, качество. Ты бессмертный, ты нечисть, тебе пихуй, ты, бля, повелитель вампиров, ты Алукард. Ясно. Тогда пора за работу. Фу, не люблю работу, не произноси при мне это слово. А опять какие-то чертяры поганые. Новая запись в энциклопедии. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать. Блин, я когда сажусь записывать, у меня прям какое-то, знаешь, вдохновение идет. Какой-то прям подъем жизненный. Ну, а что ты хотела? А где мои причины? Я же там двух бесов, помнишь, когда мы в первой части к этому к дьяволу переселились, типа, он нам двух бесов подарил. Где они? Где мои рабочие? Где моя рабсила? У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Это точно. Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Что? Ты меня ставишь перед выбором? Либо я
буду людям гадить, либо они мне будут гадить. Такая интересный выбор. Колдовская. А, типа да, серьезно? А если не хочу людей портить? Блин. Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Бляха-муха. Я их до того видела в пестере, но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. Ой, по ночам что они с ней будут делать? В пестере вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями Ох, делать. Ох, мать твою. Что с ними делать? Что делать? В помощь. В помощь? Кого? Maybe в помощь? Старый, ты что там окосил? Что мы имеем? Что мы имеем? Веник сверху. Печка. Раз. Одна. Хорошо. Утюг имеем. Куда мы его имеем? У него щелей нету. Много тут книг. И лицевые рукописи есть старинные. Старинные? О, красный угол. Давай помолимся. Нам это поможет. Просить или читать? А, давай про это. Как я колдуном стал. Просителей. Совсем по-другому уезд увидеть. Нечисть где только не ютится. Тоже мы заметила, небось. Да и свои бесы житья не дают. Одни колдуны, слушай, а. Нечисть на мельнице. Давай про деда Егора. Стал, дедушка. Ну так чё? Я тебе на медь не сказывал, как окаянный Тимошку-то унес. Куда? Вот потому и решил стать колдуном. В защиту Тимошки? С кривохвостыми бороться. Слышал я, что пастухи-то люди знаткие. Схерали. Вот и стал под паском. Помогал Прокопию юродивому. Даже микрофон, кажется, слишком высоко. А, нет, да. Ты чё орёшь, дурак, что ли? Так, подожди. Микрофон не слишком высоко, я просто, блядь, постоянно его не понимаю. С этим словом микрофон еще пока не понятно, как его держать. Он, типа, то ли снизу, то ли сверху, не понимаю. Короче, где? Не вижу, не слышу. Помогал будет. Он и грамоту лесному изладить умел. Ну и скотину сыскать, понятно. Что вот ты там со скотиной хотел делать? У него учиться. Да, история. Бля, я тебе не советую пастуха уму-разуму учиться. Самому вертеться пришлось. На чем ты? Ты курить? Ты курочка? Тебя-то я вон как обучил. Цени. Тебя-то вертеться вон как научил, да? Теперь так, как юла хуярит. Прокоп. Да, блядь, это мне пастухи вообще, как говорится, нахер мне твои пастухи, а? Слышишь, старый, не нагружай меня своими пастухами. Во, вот тут что у нас? От деда Егора вам достался пестель, полный чертей. О май гад. О, это РПГ, блядь. У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Блин, а чего вы не можете мне служить нормально? Почему вы не можете мне помогать и всем помогать, и все заебись, и у всех все пойдет, вся работа, и заебись. Друг другу будет взаимопомощь, выручка, и полетели. Бес выполняет работу некоторое время, один день или дольше. Еба. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. Я сейчас им походу наворочу тут дело в деревне. Моей помощи не хватит им, чтобы мои пакости исправить. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнать их вы сможете, получив специальные умения. А черти лучше справляются с любимой работой и имеют больше шансов выполнить ее превосходно. А ты имеешь шанс выполнить свою работу как черт превосходно, а? Не слышу. Не слышу, напиши в комментариях, ты черт или ты превосходный? Непонятно. Так, чтобы черти не мучили вас, убейте их нахер. Не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Бля, люди получают черты, потому что они каждое утро ходят на работу, правильно? То есть люди черты, я правильно понимаю? Ну нам игра как говорит. Ой, бля. Матвей был опричником при Иване Грозном. Теперь дослужился до беса. Ебать. Минус один к словам с защитой. О, так этот козьёль мне... Он мне получается, блин, порчу нагоняет на меня. Нихера ты офигел. Толстый Ивашка любит, когда голодают дети.
Ну ты ублюдок. Проспорил правый глаз грешникам медоимцам. Теперь ненавидит людей пуще прежнего. Ту, ё-моё. Ты чё, отрастить глаз даже не можешь? Что ты за чёрт такой-то поганый? Минус 1 к словам защиты, защита хуйня. Бля, минус 4 хп, конечно, хуёво, но это самое слабое пока что. Минус из всех. Минус 1 к словам с уроном. Вот это пиздец, ужас просто. Вот этого точно надо послать куда-нибудь. Ой, блин, ой-ой-ой. Ой, бля, и чё, как мне... Вот этого мне надо Фёдора какого там, блядь. Фёдор Кривой. О! Во-в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 о. Вова, толстый Ивашка любит, когда голодают дети. Бля, что за... Что за ужас? Ивашка, а ну успокойся. Тут Юська, Юсьва написано, а тут Ивашка. Я хуй пойму, кто из вас кто? Я Ивашка или ты Ивашка? Или ты какашка? Кто, я не пойму. Акчим. Не надо, Акчи, будь здоров. Соликамск. Давай в Соликамск захуярим. Туда бы не тупо чертей посылать. Ну, пиздуй давай, как там? Отправить. А, вот давай сюда еще одного. Это что дает? Не, минус 4 это хуйня полная. Вот защита вообще она мне не нужна. Вообще просто полностью. Она мне вообще не нужна. То есть, ну, защита, она на один раз идет. То есть, она не несколько ходов, она всего один ход. Поэтому она мне вообще похуй, сколько там. У меня все слова там плюс 5 защиты. А у них урона там 3-4, да? То есть, ну, мне вообще поебать. Фёдор Кривой. Насколько кривой совсем прям? Не поддается лечению? Незанятых чертей... Незанятые черти мучают Василису. Ебать. Так, вот минус... О, вот, подожди, что, кого мы отправили? А, мы не того отправили, что? Как? Я ж тебя отправил. Пизду отсюда. Все, вот этот пусть здесь стоит. Минус один к защите, это вообще поебать. Ну, нас не касается. К нам это не относится. Бесы на мельнице. Не знаю. Закладывай тройку лошадей. Да тут всякий бред, короче, пишут. Не знаю, почитай на паузе. Помощники колдуна. После просвещения колдун получает не только знания и колдовскую силу, но и помощников. Это биси, они же черти. Интересно. Чертям, помощникам колдуна постоянно нужна работа. Но это мы все знаем. Шо нам, как говорится. Не только чертям нужна работа, но и людям. По идее, людям нужна не работа, людям нужно просто благосостояние, то есть, ну, жить им надо. Средства к существованию нужны, а не работа. Бля, так, а чё это, типа, один еще свободный или чё? А можно его не посылать? Я его не хочу посылать, не надо. Пусть он у меня, как бы, будет в кармане, сидит там и все, нормально. Сидит в кармане и, как бы, не пукает, кушать не просит. Ну, там минус один защиты дает, ну и хуй с ним, я себе защиту просто повышу и все, и пошел нахуй. Ха, нормально, нормально придумал. Подожди, получите дополнительное слово с приказом каждый ход. О, ебать, это нормально. Получите дополнительное слово с ключом каждый ход. Ничего не понял. Цена создания, это мы не умеем. Цены это нахуй не надо. Увеличивает количество надеваемых предметов на один, которых у меня нету пока что. Это пятый, о, ебать, пятый лот. А третий лот нормально. Увеличивает урон в словах на один. Вот это точно надо, прям 150%. Увеличивает защиту, это пока... Вот, можно вот ракошнуть, и все, он идет нахуй чертяру. То есть его статус резист вообще идет нахуй просто. То есть он нам ничего не будет наносить полностью. Дурак один. Кто я? Колдовское умение, позволяющее заменить одну карту на козырную. Конечно, интересно, но не очень. Или берем. А, недостаточно очков умений. Ага. Что значит козырная карта? Это что такое? Мы вообще видели такую когда-нибудь? Если что, это шипит не у меня, если что. Если ты подумал вдруг, то извинись. Извинись, если ты так подумал, потому что это не у меня. Так, что у нас? Работает все что-нибудь? Так, просителей. Давай выслушаем просителей. Мы нагнали, значит, злобы. Теперь с них сберем бабки за то, что мы эту злобу изгоняем. Правильно, правильно? Бизнес пошел. Опять ты, мельник, я уже угнал, говорю, мельницу. Изгнал с мельницы всех
пожилых чертовозов. Зашел поблагодарить. Вот перестал это правильно. Блазнить беста. Блазнить? Вот и предмет, как и обещал. О, предмет можем открыть теперь. Теперь можем предмет даже себе взять, открыть. Это хорошо. Молодец, лысая башка. Старинная ступка. Бля, она треснутая, братан. Что такое? Что за дела? Мелику эта ступка досталась по наследству, наверное. Уж более она старая. Чувство, что наговоры на нее были прочитаны. Травы и лечащие заговоры восстанавливают плюс один. О, нормально, кстати. Берем. Да только унес чертище деньги те, копейки те, что я внучку своему вел на книги-то. Твою ё-моё. Эх, ладно. Все, теперь дураком будет твой внучок. Дурачком вырастет, все, без книг, как говорится. Ну, я одного беса и так не послал, скажите спасибо, потому что у меня три, блин, а я двоих послал, только одного я оставил. Не передумали ли про бабу тату? Я вот с гостинцем прибыл. Какую бабу? Не слышу. Я баба? Может быть, тебе втащить? В смысле, блядь, сглазить? Подожди, не понял. Ах ты, бабу сглазить. Не, иди ты нахуй. Да я не из киловязов. Я не из киллмонгеров, надо было сказать. Ладно, сам чё-то... Бля, на него наложи сглаз, он чё-то заебал уже немножко. Со своими сглазами постоянно ходит. Всю деревню, блядь, косоглазит. Ну, бывай. Слушай, ебани-ка ему, блядь, минус глаз. Что он прихуел немножечко. Я ему говорю, нет, блядь, он идиот, ты прикинь. Он опять приходит. Я ему говорю, иди в жопу, не буду я никого косоглазить. Шароёбить. Молочка к рынку вам кума передает с поклоном. Вот это нормально. Колян, ты что? Вот это нормальный подгончик, кстати. Хорош, Колян. Здорово, молодец, Колька. Никоглай. Колька Никоглаевич, давай. Вышел из армии. И давно Вильгельм... Бать, он вышел из армии, блядь, 45. Сколько тут, 55. Вернулся. Нормально. Уж с неделю. Ишь, долгопялым каким стал. Сколько в тебе вершков? 12? Сколько в тебе 12 вершков? Ну, с чем пожаловал? С крынкой там чего-то. Про парня твоего. Минус парень. Знаю, тяжело близких терять. А не такой уж он и близкий. Такой, средней близости. Но я по делу пришел. Помощь нужна ваша. Ой, опять колдовство. Вчера поспорили на сходбище. Кого? Говорят мне, побоишься ночью в баню идти. Это вечерние посиделки молодежи, как правило, в зимний период. Во время вечерок совмещается работа. Например, приодение и вечеринка с песнями и плясками. Также сходбище посиденок. А я нечисти-то не боюсь. На войне был, чего там только не видал, сами понимаете. Да, какие тут, блядь, бесы, когда ты на войне. Которая заброшена. Пошел в баню ту старую у колвы, которая заброшена. Время полночь или за полночь. Отворяю дверь. А там голая баба. А там словно синий огонек горит. Удивительно. И тишина. Я тянусь в каменку. Ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня мохнатой лапой хватит за левую руку. Вот, глядите, и след остался. Нечистый, держит меня, не отпускат. Вдруг говорит бабьим голосом: возьми его сам. А че, не понравилось, да, красотка наша местная? От руки как пламенем пышет. Да ладно. Меня жуть взяла. Да это у нее просто мужика не было 10 лет. Поэтому она такая разгоряченная. Ну, говорю, возьму. Тогда и отцепилась чертовка. Я дертый дал. Ебать. Не умеешь и с девушками ладить. Закуривает он. Эх ты, бесячья сила. Вы, люди знаткие, помогите, что делать-то, а? Что делать-то, а? Граждане, под писота. Что делать-то, я хуй пойму. За камнем из каменки. Никоглай отправился в помощь. Замки схватил какой-то бес. Да. Кто это может быть? Банники. Что значит банники? Водяница? Что, блядь? Ребята подшутили, ага. Да, конечно. Банники. Ну, блядь, ну банники, наверное. В бане, говоришь?
Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. 50 зубов, нифига. Полное ебало. Со всех дыр будут зубы торчать. Из ушей тоже. Как выглядела чертовка? Красивая была. Камень я ничего не понял про камень вообще. Давай про чертовку. Лапа у нечистого мохнатая была. А еще что разглядел? А еще у нее была мохнатая. Да. Да ничего, темень была. Лапа у нее черная да мохнатая. А что у нее еще черная да мохнатая? Че с камнем сделал с печи? Съел, блядь. Ну так это с собой прихватил. Ты че, нахуя? Надо выиграть. Ты дебил. Рассказывать не стал. Ебать. Зачем, блядь? В избе потом... Нахуя ты камни пиздишь из бани, дебил, блядь. Так она к вам погнала. Ай, дурачок. Блядь, камни пиздит. А иди обратно поставь, придурь. Мудрая баба, кумат твоя. Нормально у нее баба такая волосатая, черная. Помогу тебе. Ладно уж, не оставлять же тебя врагу на съедение. Не оставлять же тебе черной бабе мохнатой. Ты, Василиса, на женитьбу. К черту. Может, к этому черту или который в бане? Ты уточняй, дед. Связано. Тут как бы чертей много. Вон тот черт до этого приходил, до него, блядь, просил косоглазить там полдеревни. Этот чертяра кирпичи пиздит. Ты уточняй, дед, какого конкретно черта? Тут полдеревни эти черты. Ночью сейчас я еще и своих чертов туда понаправила. Косоглазить. Да не, я бы их не отправлял. Я бы их не отправлял, если была возможность. Но, блядь, нет возможности. Они меня шароебят. Минус один атаки. У меня всего одна атака, блядь. Братан. Че я их подушками бить буду или чем? Ночью идите вместе к старой бане. Бля, слушай, можешь с мужиком идти ночью в баню в старую? Это я тебе не рекомендую, если ты девушка. Ты, Колян, смажь глаз вот этой мазью. Просто ты, Колян, смажь. Ты, Колян, смажь. Может, заканчивай приложение. Ты, Колян, смажь, иди с моей дочерью к черной бане заброшенной вечером и смажь. И камень тот прихвати. Бля, камень не надо, камень не влезет. Как скажете, да я хоть сейчас готов. Конечно, вам всегда готов, блядь. Сука. Ну ты, Колян, я хуею с тебя просто. Бля, Колян, я боюсь. Дед, со мной пойдем, меня Колян изнасилует, я тебе ответственно заявляю. О, бабка, чё? Здравствуй. Васька, говорят, знатка сделалась. А, не бабка, ну средняя средней бабкости. Бабка средней бабкости. А, че, Васька, какая знатка, ебать. Тебе вот ну интересно да. будет. Эша. Мы собирали ягоды у Каджильского озера-то на днях. Интересно, да, как я с знаткой зазнаткелась. Как мы собирали ягоды, очень интересно, но ты мне вот поверишь. Тебе принесла немного. А, вот, а, да, согласен. Это там. Согласись. От Запольских недалеко. Набрели на поляну с ямами. Ой, страх. Что, яма тоже чертами выкопанная там или кем? Думала, может тебе пойти? Вдруг может тебе в ямку сходить? Чтобы, дед? А чё, можно? По ямкам прогуляться, это мы любим, да. Да, это нам надо, надо. Да, все правильно. Спасибо за направление. Как раз по ямкам походим, погуляем, да? А что нам еще делать? Мы ж только этим и занимаемся. По ямам прыгаем, да с мужиками по ночам в бане ходим. Бля, ебать, у нее жизнь разнообразная. О, давай Николай сначала поможем там в бане ему чисто так по-женски, ну. Ну, мужик позвал как бы в темную баню ночью, да, заброшенную. Ну, черта как бы, ну, придумал черта. Ему надо как бы бабу, ну, девушку. Ну, сам понимаешь, как бы, ну... Ну, мы обязаны как бы помочь ему. Это что такое? Роща кого? Какая роща? Банька на берегу? Хуя себе она, блин, через 500 километров. А чё так далеко банька-то? Я вообще до туда дойду живой, нет? На дороге вы замечаете черный силуэт. Он подернут дымкой, и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении. Воздух наполняют звуки странной песни, которую исполняет демон. Демон? Такую мелодию вы не слышали никогда. По вашей спине пробегают мурашки от странных, потусторонних переливов этой музыки. Я заметил, что выбирая единичку, вроде как не, ну, нормально идет. Когда выбираем тройку или двойку, может какая-то хуйня случиться. Вот, давай дослушаем. Продолжает свое пение. Вы слушаете черта, задержав дыхание. 100 зубов, блядь!
Охуеть. Вскоре мелодия разбивается о макушке елей. 100 зубов, это 100 опыта тишине. Дали, типа, за, как за две миссии. Что стали понимать демонов чуть лучше. Нормально, подгонщик. А ты говоришь, демоны плохие. Нихуя себе не плохие, они вообще польза чисто от них. Одна польза идет. Вот я своих двух демонов отправил работать вместо себя, нормально. Этот демон мне еще соточку подвинул. Вообще четко. Живем. Пока что одни черты, это вот мужик, который меня ночью в баню зовет, женщину, блять, одну лет 25 где-то, или сколько ей там, ну меньше 25 ей, то есть вот, ну, девочка. Блять, зовет ее в баню, говорит, ночью пойдем? Сходим, охуеть. Внезапно он вообще в шоке. Загорается колдовской круг. Через миг рядом с ним оказывается еще один нечистый. Давай, давай. Его горящие глаза смотрят прямо на вас. А это значит, что у него есть глаза. Значит, он видит. А ты тоже будешь драться? Ты что-то умеешь? Ну-ка, давай, мужик, пока достань-ка свой ствол стрельника по ним разочек. Складное, давай, увеличь количество приказов в книге в следующем ходу на один. А в следующем ходу, А, я подумал, 27 урона, я думаю, нихуя себе прикол. Призывает другую нечисть. А, то есть его надо хуярить. Хорошо, можем, базару нет. Слово остается заговорить 3 хода и оказывает влияние на другие слова, например, складные. Можем, можем. Магио. Снимать положительный статус складное. А давай, знаешь, что? У меня есть 2 защиты, 3 защиты у меня есть. Давай сделаем 3 урона всем. Ну, чисто. По идее, неплохо должно быть. Сейчас. Катун! Go, Камикью! Хорошо. Хоть не мытой силы. Ищи. Бля, в смысле? Ебать. Сколько, блядь, урона? 15? Ты шо, ебанутый, алё? А это все конечное, мы его не убьем. 16 урона, блядь, у меня нету. Ты шо, ебанулся? Это положительный статус или нет? Значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Бля, я надеюсь, снимет эту хуйню. Если оно не снимет, нам пизда просто максимальная. Нам просто пизда, блять. Нереальная. Ебать. Вот на этого все ходи. Куда ты, блядь, ходишь? Алло. Уроза пожилая. Подожди, нет, давай. 3 урона мало. Да убери, говорю, вот это вот. Четверочку. Вот на этого чупакаброчку. А это что? Снимать положительный статус 4. Складное, хорошо. Крепкое, 3, 4. Сколько мы? 12 ему снимем. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Бля, у меня мало места, надо еще одну, чтобы я белую всегда юзал. Каждый ход, чтобы я белую с черным юзал. Не, блядь. 4. Ну, по идее, может быть, выживем. Ой, блядь, не выживем. 5 урона, иди нахуй. Блядь. Да за шо вы, пожилые бесяры? У меня же тоже бесы в подчинении. Че вы делаете, блядь? Мы же друзья. Ёбаный твой хер. Благословение увеличено на 2 урона. Нет, хуйня полная. А, один благословение, давай. Похуй. Сюда и еще давай рабу. Рабу на себя ебанем. Погоди, а поможет ли это вообще? Мне кажется, хуйня полная. А, нет, сколько тут? Один будет? Галатак сколько? Один все равно. Блять. А-а-а, твою мать. 2. Ну мы типа за этого задефаемся, но этот нас все равно въебет 4. Блять, что делать? У нас нет урона. Вот опять урона нету. Ух, коготок свой подстриги нафиг. Не нужны коготки твои. Почему он не умер? Почему ты не умер? Не понял.
Как он не умер, блядь? Как ты не сдох? Не понял. Подожди. Порча носит 2 урона. А, все, 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 охуенно, он сдох. Все, он умер, его нету, блядь, его не существует. Так, 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 так. Так, это ХП восстанавливали. Давай ебанем, блядь, что мы ебанем? Я не знаю, что мы ебанем. По шке, блядь, себе ебанем. Вот эту тварь можно убить, вот эту вот. Снимает положительный статус, что, блядь? Иди нахуй. Иди нахуй со своим статусом. Бля, вот это всего лишь 2 восстановит, это очень мало. Давай, наверное, похилимся еще. Вот давай сделаем защиту себе вот так вот. О, нормально, 3 хп пойдет. Оп. Оп. Давай, оп, оп. Хорош. Бля, очень слабо, очень... А, он охуел, да? Он снял мой статус. Ты видел? Он снял мой статус защиты, ебать. Вот ты ублюдок, а мелкий, сука, я тебе сейчас, блядь... Ой, я тебе сейчас по башке как бы ебу, блядь. Слово считается заговор, хорошо. Крепко, 1. 7 противникам, урон. Хорошо. Так, я чуть не пойму, подожди. 4. Смотри, 1. 3. Блин, давай вот так сделаем, я не знаю. Сколько у нас еще? 4 у него, 2 останется, получается. 2. А, урон за... А, 8, подожди. Подожди, я что-то считать не умею. Этот ублюдок сейчас призовет еще одну? Так мы не выдержим. Это невозможно. А, ну все, нам пизда. Все, мы умерли, все, это нереально. Все, ГГ. Давай руду на него ебанем, я не знаю. А, это два хода? Что? Количество ходов, в течение которых слово остается... А, нормально, кстати. Ну, правда, мало урона, ну ладно, похуй. Бля, одни уразы, уразы, сука, одни уразы. Я не знаю, это полный пиздец. Нам, короче, ГГ. Тут без шансов, блядь, ну как? Как тут, как это контрить? Вообще пиздец. Ну это пиздец, братан, это невозможно. Все, ГГ. Этот ублюдок сейчас опять призовет. Посмотри, что творит. Посмотри, что творят. Бесяры поганые, еще яд накинул. Ты вообще ублюдок или что ты, блядь, такой, а? Охуеть. Охуеть, блядь. Да это Габел, это все конечно, это нереально. Да это все, это пиздец, братан, это все. Все, конечно, я приехали. Не, руду давай. Или я не знаю, что делать, это пиздец. Минус 1. Ебать, нормально. Минус 1. А, нормально, чистый урон. Он сквозь броню пробивает. Нормально. Хорош. Подожди, а как он снял? Подожди, как я снял? Я еще не пойму. Как я снял урон? Увеличить количество приказов книги в следующем ходу на 1. Рака Макафо. Бля, ну все, мне пиздец. Все ГГ. А все ГГ. Вот этот призыватель, это что-то нереальное. Ну это вообще пиздец. Просто забей. Ты можешь умереть просто хотя бы в теории. Да нет, все, это заново надо, это все. Это все, ГГ. Все, завершаем ход, повтори сражение. Да. Но это, ну, нереально, тут это пиздец вообще. Я понял, что надо первого бить вот этого. Посередине, вот эта двойка, это вообще хуйня. Крепче камня. Чисто весь урон в него, короче, хуярим. Просто уразы, блядь, хуязы, там все. Ну, давай-ка вот так ебанем. Ну-ка, подожди, а если белый поставить?
Подожди, а если белые поставить, что будет? Но два! Ебать. Нет, тогда подожди, Белоснежка, пока ты у меня посиди. Давай это чисто вот так вот его захуярим. Все, вот так вот, чисто весь урон в него, весь урон в него вливаем, потому что это пиздец, имба просто, он призывает и призывает каждый ход. Во, уже 13, хорошо, 13 это одобряем. Иди нахер, мелкий, я ублюдок, сука. О, он призвал, кстати, не такого сильного, хорошо. Это отлично. Это отлично, это просто заебись. Не понял. А, понял. Все сюда, все сюда. В 5 уронов, все сюда, блядь. Все нахуй, все сюда, блядь. Дайте автомат мне просто, с ними разберусь по-быстренькому. Чисто по фастику. На фастулях разберусь с ним. Бля, 5 урона, ай, больно, ты что, еблан? Не бей. А, у меня ж травы были, блядь. Удар на... А, то есть он может бить? What? А почему об этом не знал? Почему ты молчишь, ты мне ничего не сказал? Твою налево, а. А он может бить, оказывается, прикинь. А ты мне не сказал, молчишь, да? Чтобы хардкор, да, чтобы был или что, блин? Как это называется? Это называется подстава. Подстава это называется. Не, урон мне не надо, мне давай броньку. То там пиздец, сейчас урона влетит мне. Ебать, давай-ка готов, хуяк мне. Давай ему втащи нормальненько, такая жёстенько. Пятерочку вломи. Ай, хоррор. Ой, вот это хорошо, прям мужик. Вот, вот реально мужская рука, блядь, подъехала. Поебал ему. Не, блядь, что аж треснуло пополам. Теперь надо как-то хилиться и еще и успевать их коцать. Ну-ка, давай вот так, вот так. Вот так. Складное 3, 3, 4 защиты, благословение 2, хуи 2. 2, хуйма, хуйма. Бей, снимать, положить статус, складное. У них нет статусов вроде. Или есть вот этот статус, или это не статус? Коготь это статус, или это не статус? У этого коготок, то есть маленький, правильно? Это ебать какое, как когтище. Просто анальное когтище разрывательное. Два подсолнуха всего лишь? Я аж пол игры их собирал. Какого хера? Что за бред, блядь? Я не понял. Алло, блядь, подсолнух, ты где растешь? Почему ты не у меня в кармане растешь, я не понимаю. Как это возможно? Казалось бы, всю игру собирал подсолнух, и нет нихера, блядь. Варим обоих два. Ага, блядь, понятно. Понятно, блядь, иди нахер, подсолнух. Предатель. Предатель просто. Так, слосы заговор, оказывается, ляни другие слова, например, складные. Давай, хорошо. Сюда, блядь. Я не знаю, как даже мы так не можем победить, это пиздец какой-то. Он сколько КД у него или что? Что с тобой? Очнись, мужик, мы умираем. Мы в жопе, мужик. Очнись, ты обосрался. Давай сюда, уразы ему, хуязы. Сюда. Что ты хочешь, снимать положительный статус? А можешь, блядь, очко свое сними на денек. Бля, мы не выживем, ну это пиздец, посмотри на хп. Ну это просто пиздец. Посмотри на хп, это просто нереально. Придется траву жрать. А что еще делать? Давай себе броньку немножко. И вот так вот, заебись. У него нет статусов, что с него снимать? Я с него штаны только снять могу. В натуре с того бесяры поганого. Как мамонт орёт. Ну шо, дружок, один, да, остался? Сейчас мы с тобой поболтаем. Раз на раз. Давайте четверочкой по ебалу. Скорчи, давай его скорчи, блин, чтоб ты скривился нахер. Давай раку на защиту. И жопу свою подставим для защиты. Нормально. Хей, блядь.
Перекосись нахуй. Ага, отлично. Битва с чертями закончена. Бабушка Серафимушка. Складное. Увеличить количество ключей в книге в следующем году на один. Хуйня. Жесть, не трать ячейки слотов в заговоре. Вот это, походу, охуенно. Крепкое. Один, складное. Два. Слово сочетается в заговоре один ход и оказывает влияние на другие слова, например, складные. Бля, я не знаю, что делать. Нава. Хуява. Ключ-язык. Ключ-анальный язык. Ключ-анальный потрошитель. Бля, шо с ноутбуком? Ты чё, на рофле? Ты чё, блядь, лагаешь в этой игре? А, я понял, в чём прикол. А он, сука, не заряжается, блядь. Ты прикинь, да? А он не заряжается просто. Я думаю, чё он лагает, эта тварь, а? Шо ты лагаешь, я его спрашиваю. А он не заряжается, понимаешь? Прикол, да? Понимаешь? Пойми просто. Пойми, согласись. Согласись, он не заряжается. Пиздец. Это просто пиздец, Вася. Это по-другому нельзя назвать. Это самый настоящий пиздос. Самый настоящий пиздец. Эта хуйня перешла в энергосберегающий режим. Блять, ненавижу ноутбуки просто. Это пиздец. Ненавижу ноутбуки. Ненавижу ноутбуки. Я люблю ключи и языки, которые не тратят ячейки слов. Так. Значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Ну, в теории. Бля, по идее, вот это, наверное, попиздать и будет. Остается в заговоре один ход, оказывает влияние на другие слова, например, складные. Бля, давай возьмем вот это вот. Мне кажется, вот оно хорошо прям. Мне кажется, оно хорошее. Так, давай прогуляемся тогда еще вот сюда. Он заблокирован? Почему? В смысле? Типа он одноразовый? Он что, презерватив? What? А давай не будешь лагать, пожалуйста. Есть ли такой вариант вообще? В теории хотя бы. В теории. Бог змей перекатывается по лесной дороге. Что, блядь? Клубок змей? В лунном свете. Перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей. Это что, блядь, за чертовщина такая? В смысле, клубок змей? Э? Кого? Не понял, блядь. Прочесть заговор от змей. Хуесь. Николай, помощь. Какую он может помощь оказать? Палкой их отогнать. Это же могут быть не змеи, это могут быть черты поганые. Ну я не знаю, разогнать, блядь, ну хворостом самое очевидное. Ну не хворост, надо палкой нормальной такой жёстенькой. Прочесть заговор от змей, бля. Сомневаюсь. Я сомневаюсь. Давай, ну, блядь, не знаю, Николай. Николай только усмехается. Он играючи подбирает большой камень и швыряет его прямо в змеиный клубок. Большая часть змей уползает в свои норы, но несколько разъяренных гадов направляется в вашу сторону. Че, мы теперь драться будем? Рядом с выкорчеванным камнем обнаруживается лечебная трава. О, классно. Заебище, полечим. О, блядь, нихуя себе вы жирный, скуку. Офигеть! Ты шо, блин, змейка, алё, блин, очнись. Очнись, змея! Ты обосралась. Змея, очнись, ты клубком стала, прием. Как дела? Урон 7, так, хорошо. О, давай вот так вот. Все по этой будем хуярить. Тупо, 11 урона, нормально, хорош. Ой, хорошо, прямо. 11 урона, заебись. А, еще вот так вот и въебем. Опа. Давай, серпом, так, не, по башке, блядь. До свидания. Минус анакондочка. Маленькая змея — это анакондочка. Большая — это анакондус. Анакондус, понимаешь? Записывай. Ай, блять, не трави меня, ты шо, с ума сошла? О, едьте на них. Едьте, блять, сожри их. А есть на всех урон? Ёбаный стыд. А есть на всех урон? А? Мне нужно всех.
Лен, давай на него, я хуй знает. А, не, подожди, она же и так ебанет, правильно? Да, она и так ее ебанет, поэтому можем вот сюда хуярить. Вот сюда можем ебануть. Еще раком давай ее. Не, давай защиту себе лучше, у меня защиты пизда вообще нету. А, блять, у меня, мне нельзя защиту, у меня на каждый заговор ебашит мне урон. Давай тогда вот так вот. Он сквозь защиту хуярит, так что... Эли, ладно, да поебать, быстрее их убьем, быстрее, блять, выживем. Бабушка хуявушка. Хорошо, скорчил сам себя, отлично, красавчик. Заебись, 10 урона, блять. О, 10 хп. Просто пиздец. Меня змеи обоссали просто. Обоссали змеиной мочой. А как похилиться? Можно вообще такой вариант? Существует? Сожри травку, пожалуйста. Бля, а ты не можешь эти заклинания применять, я не знаю, вне боя, например? Есть ли такой вариант вообще в теории? Так, она благословение дает и урон давай им. Поебал. Уразы, давай уразу немножечко, разочек. Крепкая давай, крепкую уразу. Жозенькую такую уразу сделаем. Бля, яд, снимись, пожалуйста, ебаный твой... Наружу. Пожалуйста, я тебя заклинаю. Святой залупой тебя мажу. Снимись. В порнухе. Так, это еще раз давай кушай. А то пиздец, какие-то змеи. Это просто, блядь, помянем. Это просто я ебал. Так, а что это у меня такое благословение? Уберем. Так, ак делает или ак не делает? Давай рабу еще сделаем. Ну, по факту. Ну, раба она есть, раба, что тут скажешь? Раба она есть, раба. Не отнять, не прибавить. Чё по заряду? Блядь, пиздец, когда у ноутбука мало заряда, такой пиздец. Он, блядь, просто берет и не заряжается, прикинь. Вообще в ахуе. Слово остается заговор один ходов, оказывает влияние на другие слова, например, складные. Увеличивает броню на 3 в начале хода. Во имя отца. Оберег 3. Ну это, слушай, это нормально, по идее. Снимает негативный статус. О, Салманида. Вот это охуенно, кстати. Снимает всякое говно, яды, всякую залупу с меня. Вот это надо, потому что мне нечем снять яд. Я как даун гнию, стою просто заживо. 5 рублей? Чего? Ты что, блядь, спиздил у меня деньги? Или алё, Николаша, блин? Никоглай. Ты что, у меня деньги спиздил? Отдай мои... 100 рублей. Мне всегда много давали рублей. А что сейчас происходит? Алло, блин. Прием. Прием, Никоглай. Николай Никоглаевич. Как ваше ничего? Блядь, что с FPS-ом? Ебаный рот. Пощади, FPS. Куда ты падаешь? Ты что, блин? В яму упал или что с собой? Восстань. Михайловская ростынь. Давай вещи, кстати, подберем, мы же нихуя не поставили. Травы лечащие, заговор. Блин, надо было это давно поставить, мы сейчас отхилились уже намного больше. Подожди, вместо чего? Откуда у меня столько вещей? Не понял. Бля, вот свечи надо, какую-нибудь броню жесткую надо. Броню какую-нибудь надо, жёстенькую. Такой то мусоропровод тупо. Так, бесы на мельце, это нам не интересно, мы уже всех изгнали. Это уж, так сказать, запоздалая история, отставшая от жизни. Минус один к словам защиты. Да это нас вообще не колышет просто. Вообще. Вау, шпеу, Вася. Есть. Один день, два дня. Как понять, сколько дней прошло? Грехи. Сколько грехов вы получите, когда черт выполнит работу? 7 рублей всего лишь? Серьезно? Вау. Это такая же залупа. А как понять, сколько дней в игре сейчас? А сколько сейчас дней? Такс. Что у нас есть вообще по факту? По факту у нас нет нихуя. Нормально. А, подожди. Так, черненькая книга, давай. А, ебать, тут прокачиваться можно, вау. Вах. Нава, вау.
Что-то я не въеду, братан. Короче. Все, на этом уже заканчиваем, уже пора. Уже пора заканчивать, много времени. Все, тогда закончим на этом изучать заговоры. Продолжим в следующей серии. А пока что ссылка будет на плейлист с игрой в описании под видео. Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Не забудь подписаться в Дискорде тоже. Ссылка тоже внизу. Не забудь поставить колокольчик на все уведомления. И до встречи в следующих видео, на стримах и так далее. Всем до встречи, всем пока. Thank you.